Привет, друзья! И мы с вами снова Индия, Дели. А сегодня мы с вами сейчас направляемся в индийские трущобы. А вы знаете, что это такое? Сейчас мы вам покажем. И мы не знаем, но мы догадываемся. Так что обязательно оставайтесь с нами, чтобы не пропустить это интересное видео. Так, мы вышли на станции Окла. Мы здесь тоже в первый раз. Покажем колорит местных, как они живут. Так, здесь вот получается перебирают такие вот штуки, какие-то упитки ткани, не знаю, что с них делают. Hi. Hello. Сам любяк на телескопе играю, да? Hello. Вот так вот отдыхают. Видите нас? Тут местные жители, местные дети. Намасте! Смотрите, здесь вот они перебирают, отделяют бумагу. Занимается переработкой. Как они и живут здесь. Намасте. Смотрите, сколько мух. Здесь, конечно, какая-то вонь очень жуткая. Видите, как идет переработка. И вот за счет этого люди живут, отделяют бумагу, пластик, картон. Во сколько тебя надо на работу? Намасте. Обратите внимание, перебирают мусор, но платье сари. Они очень чистые. А, сори, можно фото? Здесь вот зашли в дом. Ты останешься здесь? Мне здесь нравится. Ну что, он, видите? Читался, он все, у нас будет такие. Да. Вот смотрите, вот здесь живут люди. Намасте! Вот такие вот дома. Снимает голос. Да, на такой жаре. Таких вот бедных районов, трущобы, как мы их называем. У них здесь около 300 тысяч, наверное, в районе проживает. И каждый занимается своим делом. Ну, по большей части переборка мусора, но все равно увидите, что присутствует и торговля. Одним словом, люди живут тоже в своем мире. Даже вот смотрите, ну, смотрите, парикмахерская. Сейчас я зайду. В таком районе даже парикмахерская. Тут можно... Намасте! Побрить. Намасте! Рам-рам-джи! Рам-рам-джи! Вот, пожалуйста. Нужно побриться, постричь. Вот так. Прямо на улице. Thank you. Thank you very much. Да, вот видите.
У нас уже вот дети преследуют целой толпой. Интересно, здесь мало белых, и поэтому для них это диковинка. Намасте! Вот готовят вкусняшку, а там. Намасте! Видите, живут бедно, а все равно счастливы. И всегда улыбаются. Обратите вот внимание, всегда улыбаются. А это сладкое. Сергей решил испытать судьбу. И пробует уличную еду. В одном из беднейших районов Дели. Посмотрите, сколько собралось индусов. Им интересно, как белый человек будет кушать их еду. Смотрите, сколько народу собралось, что там кушать. Белый человек. Я попрошу. Хорошо. Ну как? Ну, спаси. Я попрошу. Окей. Будешь пробовать? Много перца? Много. Нет. And you also eat Gujarati foods, Marathi foods and that extra food are available for all this. What's his name? Rahul. Да. Вы видите, малейшая остановка и собирается очень много, очень много местных жителей. Мосты, головы, все идет в ход. Соусы, вкуснотища. Нет, это секонд-хенд. Секонд-хенд, друзья мои, выбирай вещи. Эти тряпки, наверное, они потом на лоскутки эти рвут, из лоскутков, наверное, что-то вяжут или шьют. Видите, сколько всяких разных тряпок. Можно фото-видео? Вот так живут люди. Трущоба. Рам-рам-джи. Намасте. Можно фото? Булько. Можно, вот посмотри, как живут люди. Здесь комнатка такая маленькая, туалет. Заходишь в комнату. Здесь, наверное, надо развиваться. И это просто одна комната. Тут есть телевизор, шкаф. How many people here live here? Your family? Four members? Mm-hmm. 4 человека. Есть второй этаж.
здесь, наверное, кухня, да. Кухня, здесь готовят еду, посуда мытая. Заметьте, как чисто, побелено все. Просто удивительно. Есть третий этаж. Ну, это, наверное, типа как балкон. Это кладовка. Катя! Мы в гости пойдем, нас тут просили. А это вид такой сверху. Это вид с обратной стороны. Наме? Лисом. Лисом? Наме? Таманна. 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 Бауна. Бауна. Наме? Кит. Кит? Дит. 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 Кит. Very beautiful. Это как это? А это вот, наверное, ребята, это вот канализация, я так понимаю. Сток всего мусора, вот. Все эти гадости. Вот сидит такой пожилой человек. Видите, даже на прямо на тюках с лоскутами одежды спят местные жители. Ну, здесь же спят, здесь же работают, перерабатывают и. Самое главное, что улыбаются. Намасте! Можно фото? Фото. ऐसे ही बना रहे ले जाके अपने अपने देश में दिखाएंगे ले जाके इंडिया का फोटो ले जाएंगे देखेंगे इंडिया में लोग कैसे रहता है. И вот улочка вот это дальше продолжается. Да, такие вот узкие улочки без конца. Входы вот для дома. Намасте. Намасте. А сэр. Фото. Фото. Намасте. 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 Арте удай гай. Бура а рэн сам ями? Намасте. Намасте. Видите, сколько их выглядывают со всех. Арте удай гай. Маги? Намасте. 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 Вот смотрите, как проживают люди. Вот видите, как фото, фото, вот. Вот в таких условиях живу. Но самое интересное, телевизор-то современный. И приставка какая-то есть. И главное, одежда чистая, хоть мусор кругом. Намасте. Круто. Чудное место. Мечта поэта. Это типа табака, он наложил на руку, потом какую-то белую жидкость, потом, видишь, похлопал, и, наверное, он будет таким образом. А что они еще могут помазать? Только это не испытывает радость. Искали, наверное, искали. Как долго? Подождите, сейчас. Алло, мэм.
Мавки? Еще похлопать надо, а потом в рот. А ну. Так? Денег нет. Просто заглянули, ужас какой. Thank you very much. Thank you. Теперь плати ему. Да, мне мелких нету, надо менять этих. Плати, говорит, теперь, видишь? Айска, видно. Можно? Да. Так, вот здесь тоже попросили снять, разрушили, зайти. Котя! Вот смотрите, алтарь, ну здесь телевизор уже так это похоже, здесь вот какая-то фотография или это картина, может это какие-то дальние родственники, ну вот так вот и живут местные жители трущобы. Да, маленькая квартира. А на крыше, смотрите, что на крыше. Они хранят все, что угодно. Все, что не приходится в хозяйстве. И вот маленький. Рам-рам-джи. Хай, рам-рам-джи. Видите, даже никто не хочет сниматься. Первые. Так вот, это первый человек, который сказал видео. Ну, немножко тоже же первый раз видит диковато. Ну, хотя по большей части все так это, так реагируют. Рам-рам-джи. Рам-рам-джи. Рядом с такой машиной вот так вот мирно спят местные жители. Ну просто-напросто где ходят, устали ложатся отдыхать. Интересные такие вот тачки, 4 колеса. По сети, наверное, не ходят. Ну мы выходим. Центральную улицу. Only orange, no salt. Wait. Сейчас нам будут делать сок свежевыжатый. Я так понимаю, это мандарины или апельсины. Вот такой вот фрукт. Вот он уже очищен, бросает сюда. А, якорь. Эй, якорь. А сок вот здесь вот идет. Вот такая система. Сколько? Либо 15, либо 50, сейчас узнаем, они бормочут что-то, видишь, 15. Сколько 50? 50. Salt. Получается 50 рублей за такой вот сок. Вкусный сок, чисто натуральный, конечно. Ну, это получается где-то около 35-40 рублей. Имбирь? Чеснок, какой интересный. Thank you.
Hello. Hello. Namaste. Namaste. Okay, video up. Обувь. Смотрите, сколько обуви. Смотри, обычные шлепанцы. Кстати, очень-очень легкие. Вот тебе и трущобы. Вот интересно узнать просто цену. Смотри, это. Смотри. How much? 180. А, окей. 180. 180. 180 рублей. Thank you.